Шимкович, подача, а там Давид Лория. Так, что с Давидом? Как бы без травмы обошлось, и потасовка. Естественно, сейчас будут наказаны зачинщики этой драки. Переживаем мы сейчас, дорогие друзья, за капитана Иртыша и лидера этой команды. Конечно, Марат Искаков сейчас будет удалять. Да, похоже, Жереми Фокпарье был неправ в этой ситуации. Нужно смотреть видео. Да, Жереми Фокпарье получает желтую карточку вместо красной, как планировал Марат Искаков. Так, Руслан Есимов будет защищать последние 13-14 минут ворота Иртыша. Все-таки все замены уже использовал Вячеслав Грозный. И в десятером будут играть. Пожелаем нашему голкиперу, капитану Давиду Лория, здоровья, скорейшего. И в концовке сезона Иртыш теряет двух своих лидеров, Аслана Дарабаева и Давида Лория. Очень важный матч и очень серьезные потери. А сегодня, конечно, на кону стоит Фокпарье. Никоим образом не касался голкипера Иртыша, а просто неправильно прыгнул Давид Лория, неудачно опустился на землю. Вот смотрите, с этого ракурса. Ох, да, конечно, очень болезненно. И врагу не пожелаешь. Да, вот здесь уже Руслан Есимов предположил, что именно Фокпарье был неправ. Но, конечно, защитник Актупе там правила уж точно не нарушал. Но желтую карточку свою получил. Просто течение обстоятельств, дорогие друзья, и Давиду Лория не повезло.